Здравствуйте, друзья. Спрашивают, как вот живем мы тут в таком мире, где нет запоров на дверях, ставней, там, в общем, бронированных таких вот этих устройств, чтобы попасть в дом. Как вот мы так вот? Значит, я хочу сказать, что ну, совершенно очевидно, что то, как люди живут, это функция того, как общество в целом устроено. Если бы, значит, тут люди ползком бы надо было переползать, потому что тут из шмайсеров народ бы, значит, пулял целыми днями. И, конечно, уже и не строили бы тогда дома из фанеры и картона, ну, так условно. Вот. Представляете, вот, допустим, пойти, вот, где мы там живем, и вот так стрельнуть там, из винтовки, знаете, через там, вот вдоль линии домов, там, через дома. Да, это пуля через там 20 домов пройдет, может быть, через весь квартал пройдет. А чего там, через что там ходить-то? Поэтому так не стреляет же никто, понимаете? Нет такого, чтобы ходили люди, стреляли. Нет такого, чтобы ходили люди, что-нибудь взламывали и там куда-то залезали. То есть, вы скажете, как вообще? Нет. Может быть, есть где-то. Но там, где это есть, там есть решетки. Я снимал в связи с нашими такими сюжетами по недвижимости. Я снимал местный городок под названием Ист-Пало-Алто. И Ист-Пало-Алто, когда мы приехали в США 25 лет назад, был столицей, это называли столица убийств в Соединенных Штатах. То есть на 1000 жителей населения там было больше всего убийств по всей стране. Вот это вот первое место держал. Там это был такой черный район, там были наркодилеры. В основном вся стрельба шла между ними. Это не то, что они там мирных граждан специально отстреливали, но в общем и в целом погибали и просто люди. Таксисты туда боялись заезжать вообще. Когда я ехал на работу, а первая моя работа в IT, она как раз была вот в таком месте, что нужно было проехать через Ист-Пало-Алто. И нам говорили, если вдруг что-то случилось, машина встала, там что-то такое, значит, ты закрыл все окна, сидишь и ждешь, когда полиция приедет. Не открываешь ничего. Вот такое было место. И я помню те времена, когда там на всех окнах стояли решетки. Не знаю, что там бронирование дверей, но во всяком случае это было такое бандитское место. И люди, соответственно, оборудовались. Вот. Ну, сейчас я вот ездил и все хотел показать что-нибудь такое, потому что некоторые говорят, покажите гетто, покажите. А оно за это время облагородилось. Тогда дом в Ист-Пало-Алто можно было купить за 60 тысяч, а сейчас меньше, чем полмиллиона не подойдешь. Тот же самый. Поэтому там стало поприличнее. И я где-то вот нашел на каком-то углу какой-то был дом с решеткой на окнах. Вот я его показал, ну а что я могу сделать, если нету? Если даже уже в Ист-Пало-Алто нету. Значит, вот, собственно, и все. Сам по себе вопрос, в частности, звучит так, что как мы к этому привыкали? Вы знаете что, мы жили в Москве, так? Мы жили в доме. В то время редко какие дома были оборудованы переговорниками. Это было как-то неподъемно для советской экономики. И особенно вот так, даже кнопочку нажал, там замочек открылся, это было невозможно. Но что-то там было. То есть так в подъезд нельзя было просто так зайти. Там надо было что-то там, не знаю, что-то сделать. Какая-то была там защита от постороннего. Потом а в основном это, чтобы там пацаны в лифтах не выламывали, хотя все равно выламывали. Вот, да, хоть и кооперативный дом, и там все что угодно. Находились люди, которые все выламывали. Там пару транзисторов. Или просто из баловства, я не знаю. Я не думаю, что выламывание связано исключительно с целью там наживы на двух транзисторах. Там. Дальше, что мы не жили в таком мире, где все было забронировано. Вот тогда кооперация только начиналась. Собственно, я был подвержен этому началу, да, у нас там было предприятие небольшое. И только-только начали укреплять двери. Приходили какие-то люди, такие штыри,
значит, в бетон, значит, забивали, какие-то рамы мощные ставили, но как-то, я не знаю, к нам однажды даже залезли. И произошло это из-за того, что я купил в Минске, был в командировке, я купил красивый замок. Там кнопку нажимаешь, и так она бах, щеколда выскакивает. И он красивый был такой. То есть, уходя, не надо запирать ключом, а так кнопочку нажал, бах, щеколда выскакивает. И я его поставил, и к нам как вот залезли в квартиру, причем оказалось, что они перепутали, потому что этажом ниже квартира, там ждали налета. Вот, а те что-то перепутали, и вот, а у нас еще дверь была красиво оббита. Тогда ходили такие шабашки, официально, я не знаю, такое ощущение, что вообще никто не оббивал двери. А ходили какие-то парни, вот, предлагали, и у нас была очень красиво оббитая дверь, и вот этот замок, и вот, как бы, нам снесли эту дверь. Там, собственно, и взять-то нечего было. Ну, так, мне просто неприятно. Что там еще? Так, тут у нас светофор, секундочку. Ага, есть. Нехорошо. Да, есть сигнал. То есть, наверное, время другое было. Может быть, сейчас как-то по-другому все защищаются. Я не знаю, там бронируют все на свете, может быть, такая высокая угроза, или они просто перепуганы. Не могу сказать. У нас не было такого резкого, что ли, перехода. Кроме того, мы поначалу жили в Сан-Франциско пару лет, если речь идет о том, как мы приспосабливались. Мы жили в Сан-Франциско в четырехэтажном доме, небольшом. Там четыре этажа, один подъезд. Четыре этажа, на каждом этаже по две квартиры, что-то такого типа. Вот, такой небольшой. И там все-таки тоже был вход закрытый, то есть надо было открывать там чем-то ключом. И кроме того, нет там какой-то такой вот преступности, чтобы по квартирам. Сейчас еще время такое, знаете, если у кого-то есть деньги, скажем, большие, существенные, то это, скажем, сама эта недвижимость стоит больших денег, земля, на которой она стоит, стоит больших денег. Ну, как ты это не украдешь же? Если, допустим, там драгоценности какие-то. Вот из Индии народ, когда стал приезжать массово, в банках мгновенно исчезли вот эти ячейки, в которые можно там запирать свои ценности, потому что у них традиционно у женщин индийских много драгоценностей, там это все родовое и так далее, передается. И вот чтобы дома не хранить, они хранят в этих ячейках. Поэтому нет такой манеры дома ценности держать. Поэтому, ну, можно залезть в дом. А что там взять? Ну что? Это в обществе, где продать что-то безумно сложно. Ты можешь что-то схватить, я не знаю, что там, компьютер. А со сколько ты продашь компьютер? И это еще громоздкий предмет. Даже лэптоп. За сколько ты продашь лэптоп? Допустим, новый купить 2000 стоит. Допустим. Шикарный какой-то. Но, ну, дальше что? Поэтому получается, что оно как бы игра, не стоящая свеч. То есть не то, чтобы нет совсем такой преступности. То есть есть абсолютно любая преступность в абсолютно любом обществе. Но шансы, что это случится, настолько смехотворные, что никому даже в голову не приходит там всерьез этим заниматься. Дверьми там или что-то. Или решетками на окнах. Но есть другие способы. Например, очень популярна сигнализация. Вот ты ходишь из дома, там просто кнопочку нажал, или там ремоут-контролом. Вот. Значит, другую кнопочку нажал, бах, стоит на сигнализации. В случае чего, там такое начнется. Причем у них подлетное время там буквально 1.5-2 минуты. Не успеешь в дом зайти, как уже приехали. Поэтому у нас тут так. Я не знаю, может быть, в другом месте где-то там сложнее. Но вот здесь так. Здесь насыщенно, плотность населения большая. Когда где-то что-то случается, значит, мгновенно идет информация, и люди там, которые живут, называется neighborhood, да, вот тут по соседству вот так они живут, и все сразу знают, друг другу передают, там полицейский может приехать, там обойти несколько домов, сказать: ребята, вот, значит, наблюдается какая-то активность повышенная, если увидите, срочно сообщите, там что-нибудь такое. Ну, да, бывает, бывает. Вот, и люди как бы, некоторые говорят, что люди тут
стукачи, доносчики, вот они стучат, что не так, они сразу стучат. Люди здесь информируют компетентные органы о подозрительных событиях. А компетентные органы компетентно реагируют. Это они не значит, что они налетят и там по стуку кого-то там заметут. Они подъезжают, разговаривают, а что приехал, а что тут делаешь, там еще что-то. И так далее. Поэтому в целом вот вся система такая достаточно, ну как сказать, защищающая. Да? Плюс электроника. Конечно, ты уехал там куда-то, я не знаю, путешествовать. На неделю, на две недели. Даже там, я не знаю, на выходные уехал. Нажал кнопочку. Что там, долго кнопочку нажать? И все. И вот эта часть исключительно распространена. Больше того, люди, у которых там есть кнопочка, они ставят перед, под окнами, ставят значок такой, табличку. Такая, втыкается табличка в землю. И написано, что вот дом защищен там системой вот такой-то компании. Это компания, которая тебе систему ставит, она тебе и табличку эту дает, потому что им как реклама. Ну вот, и она так стоит, табличка. И люди, которые с дурными мыслями в голове, они, просто увидев табличку, уже думают, нафиг связываться с тем, где есть риск повышенный. Вы можете табличку так тоже воткнуть. Оно, как бы, денег почти не стоит. Но и все равно защищает, потому что человек думает, зачем идти туда, где есть табличка, если можно куда-то пойти, где нет таблички. То же самое, как с воровством в автомобилях. Там вот есть сигнализация, нет сигнализации. Если на машине написано, что есть сигнализация, ты думаешь, ну, есть другая машина. Примерно так работает. Когда мы из Сан-Франциско уже переехали сюда, мы тоже жили в большом доме, причем таком солидном. Там три этажа. Здесь как раз сейчас справа будет, там через пару минут. По правую руку. Значит, там было три этажа, там, ну, такое хозяйство большое. Мы когда-то купили там кондо. Мы сначала там снимали, потом мы... Я рассказывал все эти истории, но мы сначала снимали, потом купили там кондо, потом, когда уже покупали дом, цены так как-то были неудачные, и не было смысла продавать, так что он до сих пор стоит там, сдается сейчас. Уже почти весь выплатился за эти годы. Ну, и там такой подъезд хороший, там с ключом ходишь, и там переговорничек есть, и там гараж закрытый, такой защищенный. Ну, то есть там было как в крепости в этом доме. Даже почтальон там, если... Ну, такой не почтальон, который нас обслуживает, а вот почтальон, который там что-нибудь, доставку какую-то делает. Кошмар, потому что он подъезжает, там заперто, он не может доставку сделать. Так что там такие были проблемы у тех, кто пытался проникнуть. Вот, и только потом уже мы купили дом, но дом был в Лос-Алтос, вот эта сторона улицы, вот я еду, эта сторона улицы Mountain View, а вот та сторона улицы Лос-Алтос. И в Лос-Алтос это один из самых безопасных вообще населенных пунктов здесь, вот такой... Обеспеченные люди живут, ну, как-то там, я не знаю. Там за 50 лет, по-моему, было два убийства. Один раз там муж жену, а другой раз там внук бабушку. Вот. Ну, так, семейные разборки какие-то у людей. Так что... Поэтому никогда не было такого. Мы всегда чувствовали себя в абсолютной безопасности, и у нас никогда не было ощущения, что сейчас кто-то может обидеть. Нет? Нет. Очень-очень безопасно. И вообще ощущение такое безопасности, защищенности, такой расслабленности. И я понимаю, что люди, которые живут в других странах, особенно там, где тоталитарные режимы, тоталитарная пропаганда, полная фальсификация информации и так далее, там... берут какие-то случаи абсолютно вопиющие, вот скажем, в нашем обществе это абсолютно вопиющее что-то, о чем все начинают кричать и возмущаться, и что-то такое там, и вот это вот абсолютно уникальное вопиющее безобразие вот вытаскивается там куда-то и муссируется, и
потом через месяц будет другое вопиющее безобразие, там, значит, и они его еще туда. И вот складывается ощущение, что вся жизнь, она вот тут состоит только из вопиющих безобразий, которые норма. Нет, это вопиющие какие-то события, бесконечно далекие от нормы. И это просто недобросовестность как бы информации, которая поступает, только и все. То есть, если это связано вот с этим, то, наверное, вот так бы я сказал. Просто для того, чтобы, первое, знать, что происходит на свете, и второе, не быть вот этим, знаете, как «Незнайка на Луне», если вы читали когда-то, там был такой остров дураков, куда свозили людей, и они ходили, они там прыгали, танцевали, кушали и не работали, ничего не делали и не учились, и превратились в итоге в ишаков с ушами такими большими. Вот. А потом их, я не знаю, там, куда этих ишаков девали. Но вот если ты не хочешь превратиться вот в такого ишака, который попал на остров дураков, надо начать с того, чтобы телевизор просто из дома вынести. Вот. И новостные сайты, вот там государственные, плюс, как сказать, ну такие правоверные, да, вот их вообще не смотреть, потому что вас отравят. Они сделаны как отрава. То есть это изначально сама идея о том, что там можно чего-то почерпнуть, она абсолютно дикая. Вот. Ничего, кроме как отравиться и получить очередную дозу яда, там нельзя. Они для этого существуют. Так что мое такое мнение, сложившееся после некоторого такого осмысления, сугубо личное. Счастливо!